все, погнали. Я в нее очень давно не играл, с детства, наверное, точно. Поэтому сейчас буду вспоминать. В принципе, управление я вспомнил. А, понятно. Это одна из моих первых игр на осишке. Я ее проходил еще, наверное, в детский сад ходил. Вот это я помню, так убивается. Так, тут летучие мыши. Ни хрена себе. Я вспомнил, блин, эту херню. Твою мать. Я сам охреневаю, если честно. О, обожаю ее. Ни хрена себе, Аня тоже играла в эту игру. Ах ты, сучка. Бля, ну сейчас пойдет реальная пьянка. Так, это у нас что? Это у нас жизнь. А, нет, или полное пополнение жизни. Ну это либо жизнь, либо полное пополнение жизни, точно. Шикарная игра. Да. Даже собаки загавкали на улице, блядь. Почувствовал нечистую силу. Блять, надо как-нибудь понять, как пользоваться этой херней. Вообще нихера непонятно. Вот так вот в прыжке он может несколько выстрелов ебать. Ну давай лифт едь сюда. Ты, сука, упал. Вот это что такое? Я помню, это магия какая-то. По-моему, тут есть маги, короче. Ее кастуешь, и возле меня летают вот эти, блядь, треугольнички. Типа меня защищают. Что-то такое было. А вот это, короче, это убийство всех противников на экране, что ли, черепушка. Только вот как кастовать, вот это вообще я не помню. Я и так просто запустил, я даже не тестил ничего, не готовился. Вот сейчас бы, конечно, кастануть магию было бы неплохо. Все, короче, мне хана по ходу дела. Бля, надо учиться кастовать, короче. Сука, но я не знаю как. Это сложно. Тихо, тихо. Ты ее проходил? Да я же говорю, в начальной школе я еще проходил. Я с тех пор в нее не играл вообще. Вот как кастовать магию, Аня, не помнишь? Уже прошло 20 лет, как я в нее играл.
Бля. Нихера себе. Как я сейчас ебанул, чтобы она прям, блядь. Нет. Хуй знает, блядь. Да блять, он сейчас меня убьет, сука. А, не, нихера, я его убил. Но это было случайно. Блять. Надо перекусить. Блять. Шина. Взятно. Сука. Да, и тут всякие детальки будут собирать в течение игры. Потом их будет очень много крутиться на той заставке, которая сейчас была. И КМВК, вот это пароль, нифига себе. И КМВК. Блять, я вот их 9 максимум можно собрать. Их надо, короче, жрать. Но я не знаю, как. Ах ты, паук гребаный. Любимое животное Андрея. Подожди, может, я ведь я рано сюда пришел? Бля, там черепушка была, сука, я ее проебал. Ну ты еще жива. А, во! Все, вспомнил, вверх старт кастовать. Так. А менять? А, во, вниз старт менять, во! Нашел, бля, наконец-то. Короче, задерживаешь вверх и старт нажимаешь. И он кастует, а вниз старт менять. Вот это все, бля. Все, разобрались. Бля, а как же я раньше-то допирал в детстве до этой херни? Но у меня батя просто играл в эту игру. Он как-то допер до этой херни. Не знаю как. И меня, наверное, научил. Все, теперь играть будет проще. Ну тут оказывается после 9 они еще собираются выше. Я почему-то думал 9 максимально. А вот я кастую. У меня не отнимается. Бля, вот это что дает? Юла. Сдохни, падла. Чё, бессмертный, что ли? Бля. Ой, бля, я случайно. Сука, я не хотел его. Не знаю, ёб твою мать, ну и ладно. Зато все увидели, что такое черепушка. Сука.
Я ж ведь сейчас не по сюжету иду. Это просто типа секретная пещера. Вот куда я выйду после нее, я не знаю. Ах ты, блядь. Нихрена себе, вторую уже взял. Руну. Тут их называют рунами. Ну круто, чё. Магия найденных тобой рун вернет тебя в это место. И ТПВТ, и ТПВТ. Нажми старт. О, мне тут даже две жизни дали. Ха! Ха! Да. Ну нормально, чё. Но я помню с детства такую фишку, их можно использовать либо как полное восстановление жизни, когда мне остается последний удар, либо сдохнуть, и у меня она потратится все равно. Сучка. Да бля. Микрофон шумит, мне кажется. Йо, всем привет. Мне кажется. Привет, Роман. Как играется? Здорово, Макс. Все ништяк. Ничего не шумит. Никакие шумы нет. Нет никаких шумов. Все нормально. Показалось. В чернокнижника на Сеге играл. Ах ты, тварюга. По-моему, все-таки есть посторонние шумы. Сейчас исправим. Все, теперь нет посторонних шумов. Не, не доводилось играть. Так, все, продолжаем. Чё-то, блин, я хп много потерял. Да блин, чё ж ты так прыгаешь-то низко, сучка? Когда хп но по виду мало. Игры уже понял, что она была крута в свое время, Верлайн 9. Да. Отлично. Макароны по-флотски на связи. Блин, когда мне пишут про еду, то мне тоже начинает хотеться есть. Лучше не делайте так, люди. Приятного аппетита, Ники. Так, все, теперь здесь надо поаккуратнее. Спасибо, понял. Ага. Thank you.
Отлично. Теперь вниз. Ха. По-моему, здесь мне тоже давали пароль. Только я начал на уровень раньше проходить. Надо записывать пароль. Пуек. Все, если сдохну, этот пароль, короче, ввожу. Введем пароль, это хорошо. Ну, хватайся. Вот так. Так, вот здесь главное, что не лоханулся. Опасные тут прыжки, блин, вообще. Кто где? Музыка играет боевая. Я слышу музыку. И вы тоже слышите. О, Иисус. Сейчас будет факелами в меня кидаться. Ай-яй. Блять, и главное, херу вернешься. О, нихера себе, я увернулся, блядь. О, тихо. А, все нормально. Все хорошо. Ага. Типа рановато туда идти. Нихера себе. А, да. Да, и пополнюшек у меня нету ни хрена. Это я сейчас отключил. Блять, то защитное поле. Тихо. Ого. Я помню, тут секреток дофига в этой игре. Разные проходы сквозь стены. Магия найденных тобой. Сдугас. И что ты еще сделал? Да ёпта. Кстати, тут могут быть секретки, но их здесь нет. Меня заперли, вижу секретку. Так, это жизнью еще взял. Все хорошо. Здравствуйте.
Я не знаю, правильно ли я все сделал. Ну, сейчас увидим. Понятно. Типа я должен был на лифт уехать, чтобы от него спастись. Иисус, блин. Я его так в детстве называл. Это Иисус, блин, мешает, точно. Надо его убить. Вот он, да, вот этот ключ поворачивает обратно, сучка, поле включить. Чтобы он не вышел. Вернее, задержался чуть-чуть. Вот, точно. А у меня есть черепушка? На, бля. Еще раз на, бля. Еще раз на, бля. Нихера себе, ты живущий. Три черепушки и один выстрел. Нормально, конечно, понадобилось на него. Иисус опять пришел. Нетрудно догадаться, что сейчас у меня топоры полетят, да? Ха-ха-ха! Нахера ты это делаешь? Все, у меня только 3 жизни осталось, и все. А, бля. Так, все, мне придется тогда кастануть сейчас эту херню. Полное восстановление жизни. Да бляха муха. Где? Кто? Ах ты, блядская манда. Давай, спускайся.
отключил какое-то поле. Это от тебя музыка, что ли, все время? Эй! Нихера себе. Вот это поворот. Да. Спускайтесь. О, пришло время пароля. Все время один и тот же текст пишешь. Все записал. Это мне пригодится. Так, вот это, что мне дает херня, кристаллик. А, все понятно, типа защита. Все. Хорошая штука. Да тут, в принципе, все хорошее. Тут ничего лишнего нет в этой игре. Так, с прыжками разобрался. Теперь не должен нигде падать. Ага! Ага! Бля, погоди. А, все, все, все нормально. Жизнь. Ах ты, сука, блядская. Так, что мне с тобой сделать? Сейчас кастану защиту. Подойду к тебе вплотную, буду тебя мочить. Понял, понял. Нихера себе. Круто. А, и у меня усиление пропало. А, нет, его можно взять повторно, это хорошо. Да тут можно бесконечно брать жизнь, так что все норм, можно задыхать сколько угодно. Я, конечно, не буду задыхать сколько угодно. Я буду стараться... А! Ну так нечестно, чуваки, блин. Ну с двух сторон, блин. Суки, блин. Зажали.
Вот так. Издалека он не мочит из-за экрана. Я помню, с детства такой прикол. Сука, ты понятно? Вы забанены. Кто забанен? Аня, бля. Нет. Повторно я на те же самые грабли не буду наступать. Бля, опять с двух сторон зажимаю. Ну нечестно так делать. Так тебе. Да не надо меня мочить с двух сторон, блин. Лови. Так, с двух выстрелов, значит, убивается, да? Какие-то с одного выстрела убиваются. Ах ты, паучок маленький, засранец. Понятно. И что мне делать? Прыгай вниз, не бойся. Легионер, подчеркивание, Роми, а ты опасный. Очень опасно. Блин, что же я все время рано прыгаю? Я помню в детстве как-то к нему так придрачился, что мне не мог никогда ни одного удара нанести. А сейчас вот я давно уже не играл в эту игру, забыл ее физику вообще.
убивает. Сверлит. А, все-таки. Тут не страшно прыгать вниз. Ах ты! Иисус пришел. Приветик, ребята, я сеструха Лёры. Приветик, Валентина. Тихо. Отлично. Третья руна. Давай сюда сгоняем сначала. Ах ты тварь. А, все, теперь я понял, как его мочить. Так, погоди. А, все правильно. Погнали. Секретки мы ни в коем случае не пропускаем. Что-то как-то они быстро набираются, эти руны. Может, это все-таки игра не такая долгая, как кажется на первый взгляд. Опять ты, блин. Ах ты, сука. Эй, ну чё ты? Бля. Опять ты. Ну почти. Почти перфект. О. Вот они, три руны. Гайка. Треугольник и какая-то херня еще. Так, пришло время парола. О. Ну понятно. Теперь тебе нужно подняться наверх. А пароль мне не дали, гля. Ну ладно. Ах ты, сучка. Ах ты, сучка. Нихера себе он хп снимает. Он больше хп снимает, чем обычные враги. Не, мне кажется. Ты чё такой живучий? О, всё, сдох.
Бывает. Что самое стрёмное, это то, что теряешь усиление. Все остальное херня. Вы что, офигели мою сеструху обижать? А почему это мы ее обижаем-то? Здорово, Антон. Ромаря, привет. Всем добрых вечеров. Здорово, здорово. Три раза усиление, с усилением два, иногда даже один. Давай мне кувшин. Можно мне в ВК модератором когда задело? Когда уже НФС будет? Ох, НФС. Да, наверное, после этого стрима. Все-таки ты правда, Антон, его заждался. FS Porsche надо замутить, действительно. Заделать. Заделаем, Аня. Сначала подпишись в группу. Модератор. Там тебя админом сделаем. Там то, по-моему, админ имеет право. Короче. Но имеет функции. Баны и всего такого. Да не было стримов. Стримов, наверное. Да дня три. Дня три не было стримов. Да хрен его знает, как она пострадала. Тогда как она пострадала? Много выдумывает просто всего. Мы тут народ дружный, мы никого просто так не трогаем. Вообще оскорблять кого-то это низкое дело, вообще кого-то оскорблять. Просто так вот, без причины. Так делают только шкальники. И то самые неадекватные. Бля. Ненавижу вслепую, конечно, прыгать.
аккуратненько, тихо спускаемся. Хоп, все отлично. Тихо, летучая мышь. Чего делать? Блядь, съебись отсюда. Салам. Здорово, Константин. О, усиление наконец-то. Чего с двух сторон-то налетаете? Нихера себе, шарик. Тут, кстати, я не помню нихера такого. Как игра. Да ништяк игра. В первом классе тащился, по-моему. Одна из моих первых игр на Сишке. Да пошел ты. Иисус пришел. Давно тебя не было, братан. Сука. Ну и как тут увернуться? В мартул заребись. Да, только джойстик нужен подходящий для морды на Сишке. Бля, эти круги небось будут атаковать. Ну давайте сразу все. Чё, по одному будете атаковать? Да пошел ты. А! Быстрее кастуем полное исполнение.
Нихера себе, как ты умеешь. Бля, надо было кастануть эту херню. Чё-то я затупил. Опять эти круги. Нихера себе. А круги-то непростые. Да твою мать. Ты глянь, мне придется аж второй раз, наверное, кастануть, блядь. Полное пополнение жизни. Хотя хрен его знает. Конечно, опасно так играть. Понятно. Тогда кастуем, значит. Выш ты его. Тут уже введен пароль. О, нихера себе, откуда я начинаю. Иисус ломается мне. Так, тут нет ничего, никаких фишечек интересных, типа усиления. А жаль. Ну погнали. Списал. Да я пошутил, блядь. Я вижу, вижу все. Сука.
Тут что-то есть по-любому. Да, я кувшин взял. О, сиденье. Чё? Чё ты, давай, так. Ах ты, ты решил с двух сторон меня, да? Окружить решил меня. Эй, ты что ты творишь-то? Че сейчас? А, Иисуса-то убили. Просто как странно, факел сейчас передо мной загорелся. Ну, погнали вниз. Ты чё? Это башка монстра здесь. Ага, сейчас туда. Привет. Стас? Ты как меня нашел, блин? Привет. А зачем канал поменял? Да я уже 100 лет назад поменял. Так было задумано. Ради совершенства, так скажем, искусства. Если это так можно назвать. Че? Здорово. Что за Гарри Поттер? Че? Да нормально все. Я сейчас занят. И тут второй человек, который назвал эту игру Гарри Поттером.
Вот я, допустим, ни разу не смотрел Гарри Поттер и не читал его, поэтому я вообще понятия не имею, как Гарри Поттер выглядит. На сцене играешь. И чё там за тематика. Ну, видимо, эта игра похожа на Гарри Поттер, раз уже второму человеку пришло на ум. Это чернокнижник вообще. Некроманта называют Гарри Поттером. Ну, дожили. У меня их два. Хотя у меня еще лежит два джойстика сломанных. Очень жаль, что у меня сломался этот, блин, Logitech Vargas F710. Хороший джойстик был. Гарри Поттер жалкий сосунок по сравнению с Варлоком. Какие еще игры планируешь проходить? На этом стриме я хочу Черепах-ниндзя на сишке еще пройти. Ну и что-нибудь еще, я не знаю, в процессе. Может быть, придет что-нибудь, какая-нибудь мысль. А спать? Успею поспать. Когда? Пока у меня есть время на стриме. Но скоро мне его не будет вообще. Придется стримы делать очень маленькие по времени, максимум 4 часа. Либо будет какая-нибудь сигарская игрулька, либо еще какой-нибудь кап. Ну, сейчас у меня сиговский стрим. Ну давай, бля. Нихера себе, вы какие живучие стали. Маскаль имел в виду, что ты в будущем из глобального проходить собираешься. Либо мне просто так кажется, Верлайн 4. Да и у меня пока нет в планах глобальных игр. Потому что времени, я говорю, уже сейчас скоро не будет на глобальные игры. Только на такие мини-игры. Сеговские, дэндевские. Но я думаю, потом вернемся к глобальным играм как-нибудь позже. Ты еще жив. О, еще усиление. Интересно, у меня оружие сейчас усилится? Не, нихера. Там просто еще будет усиление. Белая вот эта жидкость, но в этой посудине, в вазе, что это такое, горшок,
Белая магия будет еще мощнее, чем красная. Чуть-чуть заспойлерил. Но я думаю, это не страшно. Даже как-то обидно стало. Я то ожидал чего-нибудь глобального, а ты меня такой новостью прям в крах повалил, Сать. Ах ты, иди ты нахер. Ура, ты обновишь ПК. Если готики в списке глобальных ПК быть, то теперь во все моды сможешь спокойно сдеречь с глобальных играть игр. Verline 2. Ну конечно, у меня в планах взять Core i9. Самый новый видюх. Там естественно попрет гота любая. Опа, усиление. Жизнь, круто. Да блин. Надо как-нибудь поскорее этот уровень дотащить. Что-то с жизнью проблемно все. Ах ты! Да блин. Ядри, ты завернул. Ты правда собрался Core i9 покупать? Чё-то в шоке. Он же нехило будет стоить. А видиху неужели GTX 1080 собрался покупать? Ну естественно, все должно быть в топе. Чтобы хватило на стримы как минимум на 3 года. Там, соответственно, SSD-диск и оперативки как минимум 32. Можно даже 64 сделать оперативки, чтобы уж наверняка хватило надолго.
Ну-ка, власть. Вот так вот. Ах ты, блин, ни хрена себе, откуда начинать? Да, блин, откуда ты, парень, взялся? Да, тара! Блин, ненавижу без усиления гонять. Ты чернокнижник, я чернокнижник. Ты злой чернокнижник, я добрый чернокнижник. Ну. Так, а здесь у нас усиление, по-моему, было. Да. Дай кувшин. Кувшин дай. Да задолбали вас с двух сторон зажимать. Чё ж вы такие суки? Так-то лучше. Иди сюда. Во. Ну чё ты набиваешься-то? Во. Ну! Чё не кастует? Ты ещё жив? Я думал, эта херня мощнее, она оказывается такая же. О. Я лучше так сделаю.
Бля. Вот, чего у нас здесь оказывается. Так, тут жизнь. Все, этого мне должно хватить на уровень хотя бы, чтобы дойти до пароля следующего. Еще умеешь кидаться этой херной? Никогда не кидал. Вдруг кинул. Да хер тебе. А, и тут это, мудак. Ты еще жив? Не торопимся никуда. Ах ты, блин, скай капля. Так, дальше ничего нету. Нет, ничего. Скелет. Я знаю, ты здесь есть. Ай! Но я пройду вас мимо. Больше жизней потеряю. Так, тут мне пароль вроде как должны дать. Но его не дают. Почему? Выживай как хочешь, чувак, да? Ладно, я и таким путем больше не буду там ходить. Блин, усиление потерял вообще, вот это стрёмно. Сука, вот теперь с трех ударов они мочатся. Это очень печально. Ну,
Вообще эта херня как-то убивается, не? Привет, Аня. Привет. Эй, это чё мне долбит-то? Нихера себе мне кацануло. Как дела? Чего нового? Такое ощущение, как будто Андрей Бах написал. Как дела, чего нового? А, тут можно вставать. А я думал, тут нельзя вставать. Тут вот оно как проходит. Все отлично. Там все оказывается проще, чем я думал. Пройдите. Блин, последняя жизнь. Это печально. Да ты тут. Тихо, аккуратно. Иди ты нафиг. Да видел я, помню про твою херню. Так, вот там внизу пауки, блин. На этот раз что-то их нету. Есть. Я пошутил. Фух. Наконец-то, блин, эта зона. Ах, тут еще одна зона. Когда же мне пора туда бить? Портал 2 стоит 39 рублей. Значит, можно купить, поиграть в кооперативе. Да ладно. Эта херня вообще не убивается никак. Да блин. А, она убивается, черепушка, я вспомнил. Не, лучше нигде не прыгать в опасных местах. О. Усиление, она еще пополняет жизнь. Чего хорошо. Я знаю, ты сейчас меня кинешь в эту бочку. Тут догадаться не сложно. Я заметил эту херню.
Ладно, ребята, извините, пожалуйста, я так больше не буду, вообще обещаю. Впервые Валерия написала слова не с большой буквы. То есть предложение началось большое, остальные не с большим. Внезапно. Во, наконец-то, сейчас мне пароль дадут, да? Так, все, я ничего не нажимаю, чтобы случайно пароль не пропустить. Пусть он напечатает весь этот текст. А то я слишком долго доходил до этого места. Но! Пароль. Заквышпа. Все, теперь мне играется спокойнее. Вот, я уже чувствую, что я подхожу к концу игры, я помню. Я помню, это зона последняя. То есть сейчас был введен крайний пароль. Больше паролей в этой игре нет. Нихера себе, уже 2,5 часа в ней играю. ЗКВШП. А, ну да, кстати. Как вариант тоже в чате писать пароль. Но я обычно привык доверять только самому себе. Такая дрянная привычка есть. Поэтому я записываю их сам. Ах ты! Да блин! Да я знаю, мне там 2 касания осталось, надо пополниться. Да пошел ты. Усиление. Здорово, мужик. Хоть в воздухе не сталкивай. Быстрее, 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 быстрее. Так, ладно, я понял. Надо пополнить жизнь. Отлично. Да пошел ты. А вот что у меня еще есть. Здесь, видать, будет сейчас главный босс, которым я, естественно, с первой попытки не пройду. Вот он. Второй чернокнижник. Ну, все, естественно, поняли, что он главный
мой враг и антагонист. Блин, здесь, конечно, сыкотно перепрыгивать. Я перепрыгну. Кувшинчик. Не кастуй никого. Ну, блин, опять он не стреляет. Нажимаю кнопку, он стоит на месте. Ага. Пошел. Понятно. Так я вот здесь уже был вроде как, или нет? Нет, не был. Здрасте, здрасте. Это хорошо. Усилялка, пополняющая жизнь. Так, здесь поаккуратнее. Во. Чё он там опять кастанул? Глаз, что ли? Бля, да иди ты в пизду. Может, и так получится пиздануть, не? Не. А жаль. Два кувшинчика — это хорошо. У тебя какой-то грустный вид. Не, у меня, наверное, сосредоточенный вид. Просто как бы последняя жиза, не хочется ее потерять. О, ну теперь будет веселее, если, конечно, я сейчас ее возьму как-нибудь. Вот что, бесконечно появляется, что ли? Отлично.
Все-таки мы вот чувака надмочим, да? Угу. Сука. А справа чё? Нихера себе, вы стали живущим. Во. Да блин. Не надо так делать, а то еще грустить начну. Ай-яй, блин, тихо. Ну, пришло время воспользоваться. Так, ладно. Мне туда надо по сюжету, наверное, идти. А справа тогда чё? Блин, если бы я знал, я бы не пользовался. Не использовал жизнь. Ну ладно. Значит, так надо было. Так, защита у меня закончилась. Да блин, пауки еще появляются тут внезапно. Надо бы подкорректировать обсуждение в группе. Есть мыслишки, как людей привлечь. Ну это хорошо, что есть мысли. Так, подожди. Тут что-то я не взял. Да, это мне пригодится точно. Дайте пароль, пожалуйста. Ну, это оказывается. Я еще не последний пароль, наверное, взял. А теперь точно последний. Исаир. Ну, блин, тут, наверное, лучше сдохнуть сразу. Чтобы у меня было хотя бы две жизни. Ладно, попробуем пройти так. Ах ты, пан. Чё, не допрыгнешь? А, допрыгнул.
Тихо. Вот так вот. Да пошёл ты. Что ты там внизу, видать, пропустил? Возможно, даже жизнь. Ты чё творишь? Ты чё творишь? О, там последний камень, между прочим. Ты ещё жив? Но я не думаю, что это еще конец. А, да. Сейчас тут будет типа битва. А, не дотягиваешься, да? Да бляха. Попробуйте так, долбану. Блин. Да, теперь, конечно. Да пошел ты. Прыгай, прыгай давай. А, мне два удара осталось. Сука. Да ладно, я его убил. Ни хрена себе, на последнем ударе. Серьезно. Ништяк. Чернокнижник победил чернокнижника. Так я его убил. Да вообще совсем изи. В детстве игра казалась сложнее, да? Сложнее, чем она есть на самом деле. Двоеточие ГГ, Яси. Яси. Был уничтожен, и на земле вновь воцарился покой. Русская версия Сергея Ключников. Ключ, ну да, Ключников.